ребят, это Крипер. Сегодня я проведу сутки в мире гусарника. Посмотрим, чем он занимается. Я даже твоего ника гусарник не вижу. Я пока только деревянную кирку я взял. Буду добывать камушек. Здесь у гусарника есть куча вещей. Сейчас я буду спускаться вверх. Иначе уже 15 лет не выйти. Гигантскую шахту выкопал, а у нас только 4. Я тебя все еще не вижу. Я хожу по твоим катакомбам. Ребята, посмотрите, сколько он копается в шахтах. За 5 лет еще О! У тебя такая классная шняга. Мне для начала бы... О, я нашел назрак твой. Царник, можешь дать, пожалуйста? У тебя ведь есть? Мне нужен верстак. Там у меня дома есть. Еще спрятан. Хорошо. Таких воров, как ты. Я не вор, я потом тебе отдам все эти ресы, которые мы накопаем. Хорошо, мне опять подниматься 5 миллионов лет. Как ты вообще в этом всем разбираешься? Просто я майнкрафтер. Сколько у него, ребята, он... Я что-то возьму, это еще 8-я часть, что вам надо? Я проведу с тобой ночь, а потом мы будем вместе выживать в моем мире один день, нет, сутки. Нет, подписчику у нас не понравится. Ребят, давайте тебе докажем, чтобы гусарник зашел все-таки в мой мир, тоже посмотрел, как... Посмотрим, что сколько дизлайков наберет. Давайте посмотрим. На этом ролике наберется 5 лайков? Гусарник, мне кажется, твои подписчики такого не смогут. Кстати, уже ночь! Подписчики могут... давайте мои подписчики наберут... Ребят, давайте наберем 4 лайка под этим видео. Иначе само первое видео Майнкрафт выживание набрало 4 лайка. Вторая часть 4 лайка набрала. Ну, это может набрать 4 лайка? У меня же 8 подписчиков, ну, должны ведь. Поэтому давайте наберем 4 лайка под этой серии. И мы посмотрим. Буду я снимать 4 крипера. Нет, мы просто... Один денек провести майнкрафтовский. 24 часа. Я узнаю, как ты работаешь, что ты делаешь, что ты кушаешь. Я кушаю жареную рыбу. Вот так вот. Я много чего узнаю о гусарнике, его выживании. Сейчас он, кстати, снимает, да? Да, я снимаю. Нет, я хочу дать тебе снять. Я сам снимаю сейчас. Ребятки, вот реально это супер мега классно, когда ты. Брат, ты спишь с Майнкрафтером. Ребят, это реально классно, то что. Давай не спим. У тебя там лаймовая. Красная кровать, это неправда. Красная кровать плохая, нужна. Гусарник, пожалуйста, не спим. Красная кнопка должна стать серой. Вы знаете? Да, она должна стать серой. Ребята с твоего канала знают. Ну, все каналы просят, чтобы красный... Почему все говорят, что у нас еще не есть тогда красненькая миленькая кнопка подписаться? Не во сколько. Мне гусарник нужна еда. Я очень проголодался. Так умри, он родись. Собери свои вещи. Ты всегда так делаешь? Нет. Дай мне, пожалуйста, реально еды. У меня вообще-то осталась одна жареная свининка. Для тебя челлендж. Набери много. Я буду копать шахты. Ага, хорошо, я... Царник, надо будет поспать, короче. Ребят, поставьте лайк. Я пока оставлю. Ребят, поставьте лайк, чтобы... Если вы... Хотели, чтобы я снимал свое выживание Майнкрафт с читером Крипером. Я хочу влепить лайк. Давайте наберем на
у штрафлитера. У меня, ну, 24. 4 лайка сложно. Давайте 3. И наберите эту сумму за месяц. За месяц. А в Новый год будет обзор на подарки. Обзор, да. Обзор. Гусарник, я сейчас поднимусь. Я знаю, что вы сразу же поставите дизлайки, поэтому... Я пойду наберу еды, дай мне, пожалуйста, один кусочек стейка. Один стоенок. Пожалуйста. Ну, держу. А потом я сбегу и сейчас подкреплюсь. Все, я уже бегу. Бегу сюда. Еды, иначе еще жареной говядины... Ты ведешь просто пещерную жизнь. Ты живешь в пещере. У меня здесь что ли паук завелся? Ну я паук. Ребята, может быть, нам вместе снимать каждую часть? Я это уже сказал. Ну, реально это классно, ребятки. Влепите лайк, чтобы в каждой части мы вместе были. У гусарника свой. Я железо выкину. Хотел одуванчик выкинуть. Одуванчик хотел выкинуть. Все, я же выхожу на охоту. Да давай. Что тебе надо? А все, я уже бегу. У меня уже есть меч, я себе скрафтил. Все, я побежал. У меня мана только скоро. Гусарник, я нашел проклятый Майнкрафт. У тебя что, проклятый мир? Кактус? С кактусом. Реально просто влипся. Кактусы слиплись. Нет, такого не бывает. Такого не бывает. У меня 11 угля. Я только пауков вижу, но никаких свинюшек не вижу. Ребятки, давайте я сейчас поищу этих свинок. Добуду и вернусь. Ребята, я нашел самую первую точку, видать, гусарника. Вот он, верстак. Да, я оттуда и начинал, но я уже 15 раз это видел, и оттуда я забрал печку. Ладно, я хочу умирать. Сейчас буду... Я не могу найти этих свинюшек. Дурманчик. Ребята, скоро я буду записывать свой ролик. Там, где я буду проходить. И там будет тоже гусарник. Согласись. Нет. Не будет, если... Вот... Если мы не наберем. Это пробная, это пробненькая, это пробненькая. Ура, ура, я нашел уже покушать. Гусарник, я кушать нашел. Еще кушать. Да будет намного кушаться. Иначе нам будет в мире ничего есть. А я обычно... Ну, а я проглот. А я даже в Майнкрафте занимаюсь спортом. Это когда я по лестнице прыгаю. О, я нашел каньон, гус. Гусарник, я нашел каньон. Гусарник, ТВ. Запиши координаты каньона. Я реально нашел глубокий такой. Ой, о, почему ты не нашел? Я уже давно этот каньон. А, я понял, ты знаешь этот мир, как... А, ты, получается, знаешь этот мир, как... я нашел просто... Я нашел реально просто... Царик, ты любишь рыбу? У меня вопросик к тебе. Любишь рыбу? Ну, поэтому ты не будешь отказываться. О, это красивенькая рыбка! Как ее поймать? Я хотел бы ее взять. Если это фугу, то я тебя убью. Нет, это не фугу.
Блин, это красненькую. У меня нет ведра. Сорняк, беги сюда, быстрей. Бро, у меня три ведра. Беги ко мне быстрей. Я около большого озера. Я нашел просто прелестных рыбок. Можно их будет потом сделать аквариум вместе нам. И тусящий... Короче, тусяч у этого подводного чела. Вот за одной рыбкой следить. Для того, чтобы у нас... О, так здесь сразу две. Смотри, рыбка, бери ведро. Рыбку. Можем еще фугу взять. Да, вот это вот я говорю. Фугу, надо убить фугу. О, я нашел рыбку. О, какая пилюлька. Взял рыбку эту классную? Нет. Там Немо показан? Давай, не, я умею это делать. Каждый день таким занимаюсь. А также я добыл, видишь, сколько еды? Дай мне водички, пожалуйста. Я даю, вот. Вот ведро. Так, сейчас найдем. Нам надо найти рыбку. А то где рыбка? Блин, что так мало? Сорняк, где рыбка? Где рыбка? Не то. Ребята. Не могу плавать. Где рыбка? Где эта самая красивая рыбка на свете? Нашел? Это ведь они? Нет, это не они. Ай! Я хочу подписаться поймать. Ну, подписанный хочу поймать. Ну, я нашел золотую рыбку. Я бегу за мной подписана. Я нашел этих рыбок, они там. А как забрать рыбку? Надо зажать на рыбку, зажать. Я почти до рыбок. Ты ведь те красные. Сейчас я поймаю эту серую. Давай, серая. Ведро, рыба, ловилась, рыбка. Мне показано, наверное. Так. Я поймала ту красненькую. Все, могу удобряться. У меня нету никакой брони. Ростки скин. О, это вообще домой нет, потому на нем только игра за свой скин. Давай, я рыбку хочу поймать эту. Красненькую, давай, ловись. Наверное, надо вылить. Нет, не надо вылить. Я сейчас рыбку. Ловись, рыбочка. Рыбку надо зажать, получится. Марк, у меня, пожалуйста, к себе, я в земле. Я не помню, куда. О, кнопка! Ладно, я гонялся за другой. Хорошо. Давай в аквариум нам еще одну такую возьму.
Ладно, ничего. Поймал на 100 ведро воды. Я хочу пойти в ад. Почему-то мне прям хочется туда пойти. Меня добавить тебе 5 твоих палок, да? Да, иначе у меня 8 адского порошка. Понятно, я пойду. Ты почти Майнкрафт прошел. А я только в путешествие отправлялся. Ну, то все-таки 8-я часть. А что? 8-я часть выживания Майнкрафта. Ребята, мы и так уже практически на половине пути. Потому что мы еще. А куда к крепости идти? Я не знаю. Ищи. Ты же живот пошел. Ладно, ребята. На этом я заканчиваю. Я тоже. Всем ставят и всем пока-пока. Пока.